Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь Джейкобс. Да, здрасте. И Седжо. Вот он я. Мы, знаете, мы так отличаемся друг от друга, это просто пипец. Да, скинов нет, извините. Скины будут. Стивы. Ну, самый нормальный Стив. Всю эту ночь так придумал. Ну, в чем, так сказать, ночь родил. И я поставил сюда текстуры. Знаете, узнаете вы эти текстуры или нет. Наверное, уже узнали. Да нет, я вам не скажу, что это за текстуры. Ничего вам не скажу. Это секрет. Ну что? Что? Я думаю, что нам нужно... еды добыть, я бы этим занялся. Всех порезал бы нафиг. Для начала, чтобы добыть еды, я думаю, нам нужно сделать дверь. Выход из этого дома, иначе мы заперты в этой коробке. Ну давай сделаем дверь. Вот топор. Я думаю, дверь готова. Отлично, да. Я предлагаю отправиться на поиски ресурсов, а ты на поиски еды. Думаю, это будет рационально. Давай, только надо поставить дверь. Да ладно, что, оставим. Гости придут. Гости придут. Мы их зарежем. Вот, кстати, зарезать. Корова вот. Сейчас буду резать всех. Меч у меня есть, но надо сделать еще один меч каменный. Потому что с одним мечом ходить бред. Я пока поищу какую-нибудь шарашку. Что-нибудь добыть, какое-нибудь железо. Уголь что-нибудь. Шарашкина. Контора. Да ё-моё, я тут грёбаный. Так, все, я сделал еще один меч. В этих текстурах он похож на... Он даже не похож на меч какая-то. Новый текст поставил? Ну да. И шейдеры? Или нет? Нет, шейдеров нет. А текстуры, знаешь, тут забыл, что хотел сказать. Это я просто, ребят, если заметили, я заболел, но мне не мешает это никак делать. Let's play. Все ради вас, друзья. Не жалеем ни себя, ни времени. Да. Здоровье. Все ради вас. Все ради вас. Я, может, сейчас... Умирает. Вот что ты где? Вы знаете, ребята, если бы можно было сказать здесь эту собаку в женском роде, я бы, конечно, сказал ее, но слушай, он полдома разнесся. Он меня убил! Сволочь! Может, спаван? Слушай, а как мне к тебе попасть? Нет, слушай, там мы же недалеко были, посмотри, Икс, открой карту и посмотри, там, по-моему... О, деревня, да, действительно, что-то да, это, по-моему. Понимаешь, я сейчас сам подойду к криперу, сам взорвусь и сломаю систему. Понимаешь, я тебе хочу предложить такую идею, если бы это было возможно. Ты мог бы коллекционировать головы криперов, не знаю. Да вообще... Уходить просто, устрашать крипер, чтобы они убегали. А можно позвать маджахедов, чтобы они бегали и взорвали крипер. Ну вот, блин, у меня вот все было уже, я погиб. Вот теперь собирай, да? Ну, если это вообще не пропал. Да, это все из-за того, что я сдох в реальной жизни. Упал, вырубился и... И вот, пожалуйста. И вот все мои ресы и... Ты вот знаешь? Нас тебе говорили в школе, не шути. Кто мне говорил? Он больше не живет. Значит, тут пшено есть. Вот, я вроде все собрал. Вообще этот звук вот этот вот, как будто вот в шахе свечи нет и что там. И он очень пугает, как в принципе и в шахе. Да, шаха с виду уже пугает. Сам. Не подумайте, любители тазов, мы уважаем тазы. Низкий таз. Пукан бомбит хованский нас. Чё-то я сказал, вообще не знаю. Кстати, по вашим комментариям я увидел, что очень полно людей играет в World of Tanks. Да. Танки это... Ребят, у кого есть клан, зовите нас. Вы супер игроки. Мы очень тащить вас будем. У кого действительно нормальный клан, чтобы мы выиграли голду. А голда нужна всегда. Ребята, мы будем очень рады. Да. Пишите нам. Любитель халявы. Мы вот так вот, да, любим поиздеваться над людьми. Мы просто запорим ваш клан. Слушай, мне кажется, здесь настолько много коров, что... Так, там вообще тьма была, просто свиней, коров, просто режь. Да, реально, зачем нам все эти загоны? Просто пошел, зарезал.
Зарезал низкий таз. И все. Они заново возродятся. А мне кажется, это был взрыв. Да, ты слышал его? Да, я слышал взрыв и. Ну это я тут в пещере. А, ты ух ты. Пукан бомбит, понимаешь? Пукан бомбит поджарки. Ну что, свинья? В общем-то, я добыл немного железа. 8. 8. Ну я думаю, игру можно прекращать. Мы достигли. Мы прошли ее. Мы прошли Майнкрафт. Мы достигли максимума. Да, свинья. Ты знаешь, из-за сложности difficulty 3, так сказать, у меня очень сильно и быстро тратится еда. А ты как хотел, это же не difficulty. Я как хотел. Криперу в голову стрельнуть. Знаешь, я добыл 43 говядины. Нихип. Ну, да. Мне, на двоих это. Что? А, я вижу твой ник. Так, бежим. Пока я не добуду стак этих, так сказать, бедных коров, чтобы пополам было на 32, там вроде выходит. Ну, только тогда я сделаю свою миссию. Слушай, тут, конечно, ни хера железа можно добыть, но. Твою ж дивизию! Ты бы самое главное видел, из какого зада он вылетел. Ну, блин, ну сейчас реально битва будет. Я сейчас просто их уничтожать буду. Я ночью буду на охоту выходить и убивать их. Сейчас самое главное успеть добежать до туда. Вспомни, где я был. Корова, ты какая-то упоротая, я правда тебе вот скажу. Сколько у меня? 57. Да, теперь тебе тут добежать. А ты помнишь, где ты был? Да, у меня дейспон стоит этот несчастный. После смерти сразу точка ставится, знаешь, куда бежать. Стой. Опа. Да, корова убегает. Сколько у меня? 58. Я сказал! Пока 64. О, привет. О, здорово. Пока 64 мяса не будет, я не уйду. Ух ты, они прям, знаешь, появляются на глазах, как в Сан-Андресе. Отвернулся, да, отвернулся обратно, повернулся, хоп, машина уже. Больше, чем на МКАДе в пробке. Сан-Андрес вообще такая интересная игра. Просто. Просто. Особенно, наверное, Самп. Самп. Ребят, ну, наверное, кто-то наверняка сейчас нас смотрит и играет в Самп. Нет, ну, наверняка много кто играет в Самп, потому что наверняка у большого количества наших подписчиков, возможно, даже большего, я не побоюсь этого слова, нету консолей. Смотри, смотри, а вы знаешь, сколько у меня сердечек? Половина. Ноль. Твою мать, слушай, ну, мне кажется, тут уже биться надо серьезно. Давай, мне нужна помощь, братву подключаем. Сейчас пацанов с района позову, сейчас все будет. Давай в натуре братву подключаем, второй деспоинт уже стоит в одном месте. В натуре, сейчас я приду, сейчас надо место тогда заложить, чего уж оно. Не хочу, чтобы домой попадал. Калибры. Уроды, ублюдки. Надо мясо. Слушай, у нас такой дом здравый вообще, прям от души. Просто, не знаю, просто куб. А чё надо? А чё надо, да. Чё, уже ёбать. Проблемы, что ли? Опа. Жарься. Ку-ку, ёб. Ну чё, сырая говядина. Пошли. Сейчас, подожди, я ж должен быть хоть как-то снаряжён в этой жизни. Давай броню кожаную сделай, да? Давай, да. Сейчас, житух-то у нас сельчанская, сельчана-мать, это я, чё это вообще, твою ж дивизию, слушай, ну, о, мать, угнали бэшку, купешку, Nintendo и купы, давай, все, пошли, в бой! За Русь! А где у меня еще один меч? А, это у меня уже половина другого. Дарм. Хватит! Митрич, ёпт. Митрич! Ребят, ставьте лайк или пишите в комментариях, кто смотрел видео о приключении Митрича и Кузьмича. Вы знаете, это когда-то. Это наш первый опыт. Ты куда я сейчас? Это паркур, ёпт. Я вниз упал, там пещерка такая. Это наши первые опыты в создании сериалов, вы знаете. Будете смотреть, будете ржать, ну это такой бред. Так, кто на пацанов с района? Ты что ли? А ты чё как Сив? Нормально. Да, всё. Победа! Ну всё, можно подниматься. Ну чё, давай с тобой добудем тогда всё.
Вот я тебе предлагаю, конечно. Не то, что предлагаю, хотел. Вот, вот тут меня первый раз взорвали, кстати, бомбанул. У меня факелов нет, же, они бы пригодились. Вот осветить это дерьмо, чтобы я хотя бы видел, как на меня летит. Факелы? Да, да без проблем. Уходи, 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 сейчас тебе жестоко будет. Чё, поговорим? Вы знаете, вы гопота. Гопота? Гопота это мы! Всё, мы здесь главные, все. Лучик! Ты-ты-ры-ры! Battlefield 4! Ты-ты-ры-ры! Ой, ураниум, а че, как так быстро? Его железом надо, железной киркой добывать надо. Это железо все я добываю? Да-да-да, это все железо. Кто-то мне позвонил на ваш телефон. Ну вы знаете, дорогие друзья, все ради вас. Я даже прерывать. Да что ты, падла. Будешь, да. Та, все, поднялся. Болезнь, она, знаете, очень плохая штука. Домашний телефон? Да. Ну а когда же, как не сейчас? Да. Вы знаешь, мне целый день уже они названивают, я не знаю, кто это. А ты подними и спроси для интереса, кто это. Вот просто поинтересуйся, скажи, спортивный интерес, ёпт, кто это, блядь, ему пора там. Учитель. Учитель? Учителью. Ай-яй-яй. Я, кстати, сегодня 5 ноября, и я, если нас, конечно, смотрят, я поздравляю всех учителей с ихим днем, с праздником, с этим днем учителя. Желаю доброго здравия. Все, что я могу вам пожелать. Чтоб тебе разорвало пукан от этих слов. Ну, понимаешь, все-таки я же не мог не пожелать все-таки. Может, наши подписчики передадут своим учителям поздравления. Что я несу? Какие поздравления? Ты там в лаву упади, пожалуйста, чтоб тебя больше никогда не встретить в этой жизни. Окей. Поздравляет он, поздравляет он, что ты, добряк. Вот понимаешь, я не знаю, хотел как-то красиво закончить эту мысль, но... Эти ублюдки нам жизнь портят. Задают домашку, да? Задают домашку, блин, да их знают за это... Вообще в печь, да? Как евреев. Гитлер, мать его. Вдруг нас смотрит евреи, евреи. Блин. Нет, не подумайте, блин, ничего. Ну, хоть бесплатно смотрит. Поэтому претензий ноль. Блин, я там паучка видел, ты знаешь. Да куда я вообще спускаюсь, в какую-то жопу? Мне кажется, мне надо выбираться отсюда. Сколько у тебя железа? Давай. Железо? Так. Полстак есть? 7. 7? Да. Нормально. А чё, у меня тоже. Особенно для индустриал. Для индустриал крафт. Для индустриал крафт особенно количество. Сейчас добуду, ты чё, я ж пацан с района, сейчас всё будет. Всё будет, да? Сейчас пацаны подгонят, я им звонок сделаю, всё нормально будет. Гробовая тишина. Гробовая. Кстати, на улице ночь, ты знаешь, что нас ждёт по пути домой? Меня уже сейчас здесь ждёт. Охереть, паук страшный. Они ночью сейчас будут спавниться здесь, прямо в пещерке. А, мне кажется, это не зависит от времени суток, а просто зависит от темноты. Вот темно, они идут. То есть пещера и по барабану. Утро, день, ночь. Странно, ребят. Уж что-то втроем навалились, ребят. Так же не делается на районе. Пятером! Ха, ребят. Нам нужно хотя бы стак железом двоих. Ребят, ну как-то пятером, шестером, ребят. Слушайте, я сейчас это... Нет, уже, конечно... Мне кажется, сейчас что-то в левом внизу экране появится, что-то надпись какая-то. Нет, я убегаю, тактическое отступление наступило сейчас, вот понимаешь. А вот дальше отступать некуда. Ой, я по твоему земляному мосту перебегаю сейчас. Земляной мост. Ты чё? А, вон ты, чувак! Нет! Не меньше часа! Это битва! Держись! Победа! Сейчас буду взлететь в креативке. Я иду. Слышь, ты не трогай. Прыгай! Прыгай, поймаю! Славная победа! Прыгаю! А знаешь, сколько у меня осталось? Полсердечки дашь! Уйди! Не пускай ко мне, не пускай, не знаю, чем я прыгнул. Восстанавливаюсь. Одна стрела и меня нет. Нет. Брат, пообещай, что заберешь мои рейсы. Брат, я обещаю, что... Брат. Симфора! Кирилл режется тут. Смотри, ведь золото. Мы пропускаем... А чё мы его добудем-то золото? Какашка какая-то. В этих текстурах.
чем мы добудем? Мысли, не брат, не... Крипер! Крипер, мазафака! И половина в лаву, ну еп! Твою ж дивизию, слушай. Надо кровать срочно ставить, блин. Меня сдолбало тут бегать. Слушай, это плохо, что ты поедешь. А что, вперед, дерьмо там. Вот обидно, что половина в лаву, я даже знаю, какая половина. Половина с железом и углем, я упала в лаву. Да вроде нет. Вроде вот твой уголь весь. Возьми уголь и железо там с соловом с этим или с меди, что там. Все остальное. Там дом еда, морковка была, вот это вот такое-то. А так. Я спрячусь в доме. Ты все в доме, да, сидишь? Ну почти. И тогда, наверное, домой как-то должен вернуться. Пробиваться. Я же попробую что-нибудь скрафтить. Блин, а сет хоум-то нет. А тут ничего нет. Это такой дом и. Нет, я забыл, что хотел сказать. Так, нужно факел забрать, не факел забрать, не забрать факел. Я поднимаюсь в небо, я поднимаюсь в небо, в небо, в небо. Знаешь, я вчера искал енота. Енота? И смотрю поле мха. Ищу вам хуенота, ищу вам хуенота, ищу, ищу вам хуенота. Ты ничего. Ищу вам хуйню. Я, знаешь, вот с такими песнями я тебе советую поменьше смотреть Эдуарда Сурового. Если это, конечно, он. Хотя, не думаешь, это, наверное, именно он. Ну, понимаешь, ищу вам хуенота, ищу вам хуенота. Какой енот, что ты несешь? Я хотел спросить, там, кстати, не пора заканчивать, потому что, по-моему, серия уже длится, наверное, ну, это как 40. Нет, наверное, там много. Ты знаешь, я сейчас просто утону. Нет, подожди, последний штрих, понимаешь, это действительно последний штрих. Уже там, все, я вижу тебя. Хочешь, я буду дышать под водой, смотри. Может, не надо? Слушай, а ты где? Да я спустился в пещеру на подмогу с кубиком земли, не знаю, чем я помог. Может, поставил бы, забочил моба, но... А ты ищи вам хуенота, ищи вам хуенота. А, лучник. Блин, а как вот выбраться-то? Мы же прыгнули, а вот выбираться без кирки отсюда весело. Слушай, а где наш дом? Наш дом? Он был где-то там. Слушай, плохо дело. Мне нужно добраться до дома и добраться до дома нужен тростник. Слушай, тростник — это вещь такая здравая. Ведь хочешь я... зарабатывать с помощью нее, да? Деньги на сервер поставить. Да. Деньги на сервер... Эх, помню, на сервере я был богат. Эх, помню. Он вот, знаете, вот тот, у кого был 200 миллионов или сколько, вот это он, да. Да, это был я, друзья. Если вы играли на таких серверах, как Хилариус, друзья, о, домик, то я был в топе самый богатый из всех. У меня было 300 миллионов долларов. Но меня забанили, вы знаете, что... И знаете, что я им сказал? Пошли вы на... Ну, я думаю, продолжение не стоит говорить, потому что это будет нецензурный лексик. Не понимаете, у меня было 300 миллионов долларов. Я мог себе позволить все. Я был олигархом на сервере Майнкрафта. Но перед собой я вижу сейчас 8 или 9 лучников. И мне просто охота выйти из этой игры и забыть про нее нахер. Ищи вам хуенота. Ищу вам хуенота. Ищу... Бежим! Тролло, тролло! Шоумен! Шоумен! Текстурка... Слышь, Нифер, сюда иди. Слышишь? Я! Нет, я застрял. Ну вообще здраво, да? Вообще здраво, просто нагнули их, я 5 раз умер. Классно, нагнули вообще, их. Вообще классно. Слушай, ну я думаю, пора заканчивать серий. Пора. Потому что мы уже многое проделали в этом серии. Всем пока. С вами был Серджо и Джейкобс. Увидимся в новой серии. До новых встреч и Пукан бомбит. Пока.